Вітаємо! Сьогодні до нас завітав всесвітньо відомий художник Юрій Горбачов. Здравствуйте, Юрій! Здравствуй, Оля! Для нас огромная честь, что вы пришли к нам в качестве гостя. А давайте мы немножко поговорим о том, вас знает Одесса. Вас знает Одесса, те люди, которые относятся к культуре, да? Но, к сожалению, молодое поколение вас очень мало что знает. Вы уехали 20 лет назад в Америку. Вот как бы вы могли себя представить молодому поколению, то, которое вот сейчас подросло? Что бы вы могли сказать? Ну, это правда. Вы знаете, я думаю, что мне очень повезло, что я живу в Нью-Йорке 20 лет. Я люблю Нью-Йорк, его стиль, энергию. И это исключительно мой город. I love New York very much. Но я живу в самом центре, где teenagers, это молодые люди. И когда мы с Мишей Барышников, Михаил Барышников считается очень известная мировая звезда балета. И я считаю, он гениальный человек, потому что один русский, который делал в мире карьеру. И мы с ним стоим возле самовара, русский самовар, такой известный клуб, где бывают очень люди значительные, интеллигентные. И молодые люди идут 18-19 лет, говорят, о, Sex of the City, Sex of the City. И он смущенно так удивляется, потому что ему кажется, что это не комплимент. Я говорю, Миша, это огромный комплимент. Молодые люди тебя помнят уже по фильмам, которые ты сейчас делаешь. Ну, конечно, человек как классический балет, как академист, как узнаваемый моим поколением старше и моложе, то есть людям, которым за 30, он популярен, известен, конечно, как фигура балета. Что касается меня, я думаю, одна из причин, что я здесь и в этой студии, потому что моя выставка сейчас в Садах Победы в Одессе, наверное, потому чтобы как раз знали меня и молодые люди, не те, которые знали еще, когда мы уехали. И знаете, как получается, например, Пугачева, ее знают все в бывшем Советском Союзе, может, немножко дальше, но я не думаю, что ее знают в Америке. А у меня получилось наоборот. Меня знают в Америке иногда просто незнакомые люди, или я прихожу в клуб, или читают Юрий Горбачев, кредит карт, говорят, о, мистер Столи, мистер доктор Живаго. Я думаю, как интересно, какой комплимент. И в то же время, думаю, одновременно молодежь, которая мне хотелось бы, чтобы она видела то, что я сегодня делаю, она не знает меня. Одна из причин визита сюда с моей выставкой, это чтобы меня знали новое поколение. Да, вы очень популярны в Америке, вы очень популярны в Европе, но, к сожалению, вы, проживя столько лет в Петербурге, да, точнее, ну, да, около, да, в Одессе, о вас очень мало говорят. Почему так происходит? Ну, получилось так, что действительно арт и вообще жизнь, когда человек уезжает из одной культуры в другую, я не думаю, что он может искренне и быстро полюбить сразу же свою новую страну, из допустим, Германии во Францию, или конкретный пример, из Одессы я приехал в Америку. Это такой же разительный контраст, когда я приехал из Санкт-Петербурга в Одессу, это был совершенно другой город, другие чувства, другая энергия, которая вдруг оказалась мне невероятно, может быть, даже помогла. Я думаю, иными словами, мой успех в Америке, то, что моя работа находится в Белом доме, и я иногда себя вижу в программе CNN, CNBC, я думаю, мне помогла одесская энергия и одесская контактность, умение в короткий срок найти точку соприкосновения. Вы знаете, в Америке ведь существует такое понятие русскоязычные. И они русскоязычные, люди, которые говорят на русском, но уже давно живут в Соединенных Штатах, но не отличаются, допустим, русские киевские, русские из Харькова, из Одессы, самые мои любимые, конечно, одесские, потому что не надо лишних слов. Они говорят, я вас умоляю, они говорят, Юрий, не делайте мне нервы. Но вот смотрите, вы уехали из Одессы. Это на какой-то год был? Я уехал из Одессы, первая моя поездка в Соединенные Штаты с моей первой выставкой с керамикой. 89-й, да? Да, это был 89-й год. Вы уехали туда. В 91-м вы победили в конкурсе, где участвовало 16 тысяч художников. Это мне повезло безумно, но это был огромный труд. Ты, наверное, говоришь о рекламе столичной водки. Да, я говорю о рекламе водки. Это немножко было чуть позже, но 91-й год, это была моя первая выставка, уже и связанная с живописью, потому что до поездки с моими детьми, тремя сыновьями в Нью-Йорк, я сделал интересную выставку во Франции. И я понял, что с керамикой, которой я занимался 20 лет в Одессе, которая меня знает, одесситы по керамике, будет трудно ездить по всему миру, потому что часто журналисты говорят, Юрий, почему вы перешли из керамики на живопись? Я говорю, моя керамика была не такая яркая, и когда я первый раз пришел в один из арт-шоу, арт-шоппинг в Нью-Йорке, когда открыл дверь, там была краска для носа, краска для щек. Я потерял интерес. И живопись, это был такой ход, очень разумный. Я настолько
горд, счастлив, что я стал заниматься живописью. Она может быть огромного размера, 2-3 метра, это серия «Цари» или, например, «Эволюция» темы. И это может быть маленький синий кот или бегущая лошадка маленького размера. Мне хочется, чтобы люди всех национальностей, культур, вот живя уже в Нью-Йорке, мне так нравилось, я не мог себя даже обозначить, кто я, но я знал, что у меня русские корни, долгая детская жизнь сделали вот это внимание. Хорошо, давайте вернемся немножко к керамике. Да. Да? Кто сыграл, скажем так, ключевую роль, значимую роль для вас, когда вы занимались керамикой? Я думаю, это, знаете, любой художник, это, наверное, детство, когда он родился, если вспомнить, и, наверное, складывается не психика, а если есть наличие таланта, это, наверное, это до 7-5 лет. Я никогда не забуду, над моей кроватью в Угловке, это под Новгородом, между Москвой и Питером, между Питером и Новгородом, висел над моей койкой, висел такой коврик, картина называлась «Незнакомка», в воротнике, и коврик «Охотники на привале». И мне нравились очень листья, там деревья, но охотники меня как будто запугивали. Мне такое ощущение, когда мои родители оставляли мне одному. Я видел, что это очень декоративно. И, может быть, и рядом плыли рыбы, такой же висел коврик. Этих рыбок делала моя мама. Я думаю, мама моя, она выживала, и подсознательно я все время их хотел перенести с одного к зрительному. Я думал, чтобы такая картина не запугивающая была, надо рыб и птиц перенести. Я это делал зрителю, это помню очень. А позднее был баранчик маленький, лошадка была маленькая, 6 лет. Ее я слепил, и моя бабушка, я думаю, бабушка, наверное, сыграла самую главную роль. Я слепил лошадку, она говорит: «Юра, ты такой талантливый, лепи больше лошадей, ты будешь известный и богатый». Я никогда не забуду. Ну хорошо, были же люди, которые говорили: «Юрий, зачем ты этим занимаешься?» Да, абсолютно правда, я думаю, это всех семей касается. Мой отец, он был человек, занимающий техникой, электриком службы автоблокировки между Москвой и Ленинградом. Он всегда гордился мной, что я так прыгал в высоту хорошо в это время. Он говорит: «Ты должен быть доктором». Я помню, один раз не поломал ногу, но свихнул. Он говорит: «Должен быть доктором». Мне запомнилось. Я думаю, что на то время... И у меня это все было эмоционально, но я на самом деле хотел быть доктором. Но вот так вот судьба сложилась. Я художник, я не жалею об этом. Это удивительно. Вообще, знаете, думаю, что, например, когда актер стоит на сцене, вот у меня открытие было, 27-го открылось, очень много в садах побежали. Мы сейчас вернемся к выставке, да. Я думаю, что художник – удивительная профессия, она как ты материализуешь свои мысли, и даже уходя из жизни, наверное, остается возможность людям, которые через 100-800 лет могут потрогать, дотронуться от тебя, до твоего. Давайте расскажите, когда вы нарисовали свою первую картину? Ну, это было не картина, это скульптура была. Скульптура. А когда именно картина вот была? Когда вы взяли кисть и решили, картина была уже здесь, это было в Одессе. Вообще, я помню, в школе было еще такое, я думаю, в школе, когда мне было в 7 классе, оформление Нового года, я помню, я сейчас вот первый раз об этом говорю, я помню, мне нужно была еще задача такая странная, нужно было на стекле рисовать там Дед Мороз, елка и звезды, должно было как-то солнце, много звезд, и это нужно было делать в обратную сторону. Это удивительно, мне запомнилось, вот прямо сейчас, я на передаче никогда не говорил. И я думал, как же это сделать? И я это делал, на эмоциях. Я рисовал Луну, и все время думал вправо-влево. И до сих пор, мне уже много лет, я занимаюсь живописью, я все время до сих пор не помню, как она на самом деле должна быть, в какую сторону. Но я делаю свою Луну, я могу сделать внизу композицию, вверху.